как бы сейчас на набережной есть бешеный водитель на Мерседесе. Сейчас я покажу. Пытается вилять между рядами. Номер 197-799. Раздражает Лада Калина, которая едет впереди. Его постоянно это как бы ущемляет его. Не, он что-то почему-то перестал. Перестал он сражаться. Тут просто мертвый, едет вот так на сиде. Вообще труп. Пенсия. Так, все, он за мной. Сейчас сзади меня едет. Будет пытаться как-нибудь обогнать, потому что он уже опережал меня. На потоке сильно давил на педаль акселератора. Так, все, он выходит сейчас направо. Давай, газ пол. Ну, вот он, пошел, брательник. Давай. Вот он. Пошла моща. Вот он. Автобус, да, режем, да? Оба. А он пошел наверх. Он уехал от меня. Чик по тормозам, резина отработала нормально. Ну так, газку. Да, ты Калина, вторая передача. Нет, на третьей нормально, вытянули. Вот чем хорош этот мотор, 80 лошадей. Минимальный налог. Потом смотрите, как на низах пашет. Вот уже 90. Крутите эти моторы, крутите. Они крутятся очень хорошо. На третьей передаче практически с 20 км в час раскрутились. А если бы ручкой дергать, еще лучше. Как бы вот так. Молодежь, отбирайте у пенсии свои вот эти Калины с хорошим обслуживанием, маслица, все дела, там это, подшипнички ступичные, там еще чего-то там подделайте. Все, они едут просто шикарно, шикарно едут. Особенно если в пробках, она маленькая, юркая. Вот у меня просто еще что-то вот педаль акселератора тупит, надо сильно давить на газ. А если бы еще поймать точность, прям вообще будет четко, просто четкий таз. Все, респект, всем удачи.